Лали Ноам и Вячеслав. Отец и дочь. Номинация «Взрослые и дети». Категория «Мевугарим и иладим». Каблу там! Его увидеть я смогла. Он симпатичный, с дамами галантен, и нет вокруг приятнее никого. Он музыкален и чуть-чуть экстравагантен. Хочу я быть похожа на него. Отец и дочь, мы не разлей вода. Отец и дочь, беда нам не беда. Отец и дочь, мы как две половинки. Отец и дочь, как в сказке на картинке. Еще когда ты, доча, не родилась, я точно знал, какая будешь ты. Ведь ты однажды мне уже приснилась, как воплощение счастья и мечты. И растешь ты, доча, доброй и красивой, и ведь каждый день купаешься в любви. Я знаю, будешь девочкой счастливой, и все мечты исполнятся твои. Отец и дочь, мы не разлей вода. Отец и дочь, беда нам не беда. А как же мама? Как твой старший брат? Они вдвоем в сторонке посидят. Отец и дочь, нам вместе интересней. Отец и дочь, одни поем мы песни. Отец и дочь, нам грустно друг без друга. Ведь ты мой лучший друг, ты лучшая подруга. Ведь ты отец и друг, ты дочка и подруга. Все потому, что очень любим мы друг друга. Друга. Спасибо большое. Спасибо.